привет, это Олег, город-герой Севастополь. Нашему каналу уже 7 лет, с 2015 года мы вещаем с города-героя Севастополя. И меня все время часто задают вопрос: Олег, а что это значит? Вот почему ты, когда здороваешься, делаешь В? Ребят, это знак победы вообще-то. Это знак V, это знак победы. Сегодняшнее видео не будет каких-то красот, там туристической темы, там хорошо-плохо стало. Сегодня будет, наверное, одна моя говорящая голова, может, в конце кусочек небольшой вам поставлю. Ребят, я вчера поздно вечером приехал с Украины. Я был на передовой, я был в Мариуполе. Посмотрел, что как. Передавали гуманитарку, и я напросился, нашел возможность, бегал, договаривался. Я пристроился, и я был реально на передовой. Был и в опасных местах, и видел горе в Мариуполе, и заезжал в глубоком тылу города, Мелитополе был, например, смотрел, как жизнь происходит, с людьми разговаривал. Мы проехали за 3 дня около 1000 километров, у меня 4 часа съемок получилось. Это очень долго разбирать надо будет, но что хочу сказать, на ютубе этого видео не будет, однозначно, потому что канал заблокируют, а так как у нас много рыбаков и тех людей, которые смотрят, как мы здесь живем, смотрят красоты и прочие вещи у нас на канале, не только какие-то политические темы, поэтому, в принципе, я там выкладывать не буду, потому что, ну, наверняка заблокируют канал. Яндекс.Дзен не пропускает особо. На Рутубе будет более-менее виден, но он тоже некоторые вещи подчищает. Телеграм-канал. Вот телеграм-канал, он показывает, в принципе, все. У меня очень много материала будет, куча всяких публикаций, что-то напишу о своих ощущениях, о видении, как это мне все, ну, мое понимание всего. Выложу видео и всякое видео. И позитивное, и какое-то, может, неприятное кому-то. Вот, поэтому призываю вас подписаться на мой канал в Телеграме. Кто пользуется Телеграмом, наберите в поиске Олег Агеев Z, раздельно Олег Агеев, Олег Агеев заглавная, Z большая, через пробелы, соответственно. Или ссылка в описании будет, и в первом сообщении прикреплена. Также даю вам ссылки на канал Рутуб, Яндекс.Дзен. Все-таки информации там будет побольше, чем на Ютубе. Вот что хотел сказать. Еще призываю всех блогеров, да вообще всех людей. Ребят, времена-то непростые, нам надо объединиться. Нам очень нужна от вас поддержка, нашим ребятам, которые за ленты, которые участвуют в операции, ну так, за ленточкой, так скажем. Давайте работать усиленнее. Блогеры, давайте тоже подключайтесь, снимайте позитивное видео. Ну и, как говорится, всем добра, с нами Бог, это карма. Ну и небольшой кусочек вам видео. Ну что, ребят, на передовую. Работаем, братья.